Вот пришли во вторую теплючку. Нам не ходится с северной стороны. Полностью северная сторона. Здесь у нас уже немножко побольше. За баней стоит. Здесь у меня все растет. Помидоры. Это уже они. Практически все мы посрезали. Сегодня 27 августа, поэтому помидоры тоже неплохие. Перцы тут уже мало что осталось, все поседали. Вот подходит пора к винограду. Это у меня супер экстра. Она тоже в стадии созревания. Хотим тоже сегодня срезать, попробовать. Вот такие гроздочки. Немаленькие. В прошлом году было две сигналки. Этому кусту 3 года. Вот 3 года. Мне тут вот еще помощник спит. Охраняет мой виноград от мышей. Вася, Вася, кс-кс-кс-кс. Васька, улыбайся, тебя снимаю. Молодец. Вот. Вот такие гроздочки. Тоже 30 год. В прошлом году было 3 сигналки. Самая крупная была, по-моему, 1,7 кг. Ну, вот здесь тоже не слабенькие, я вижу. Вот. Нагрузку тянет великолепно. Вот высокорослые с такими сосающим приростом. Здесь вот у меня листики. Вот супер экстра. Вот такой сорт. Так. Здесь он. Второй у меня куст. Называется лакомка мелитопольская. Она еще в стадии созревания, конечно. Не еще добирать сахар добирается. Но вот такая гроздь. Она немножко отличается от супер экстра. И ягодки поскромнее. И гроздь тоже. Но он еще, ему еще зреть и зреть, может еще и месяц целый. Так. Вот идем дальше. Вот здесь перемешку супер экстра и лакомка мелитопольская. Дальше идет у меня Свинск. Вот его тоже нагрузил я его по полной. Тянет нагрузку. Хороший сорт. В прошлом году, наверное, было 8 или 6 гроздей. Но в этом году вот что здесь. Классно. Вот такие гроздочки. Они небольшие, но ягоды, конечно, солидные, крупные ягоды. Вот. Здесь их тоже много, я уже не знаю подсчета. Вот они тут с лакомкой мелитопольской. Вот с правой стороны рукава идут. Вот пошла отсюда последний, тут у меня куст, тоже 4 овации. Вот она стала только крашиваться. И тоже еще, я думаю, недели 2, ну точно, крашивается, набирает сахара. Вот. Вон еще. Она тоже нагрузку тянет неплохо. Все великолепно идет. Что у нас только что холода? Холодно. В теплице вытянется точно. Вытянет, вернее. Вырастет. Вот, кстати, уже лоза, что характерно хорошо у оваций. Покажу. Вот какая же лоза. Вот она уже почти на метр вызрела. Вот, стало коричневее. Это очень хороший показатель. Хоть это все теплица находится, но это очень-очень сильно радует. Вот такой у меня виноград находится в теплице. Сегодня сейчас попробуем, срежем пару гроздей. В прошлом году
Мы уже ели на улице. Хотя могу сейчас, в принципе, и показать немножко.